Привет, Китай! Это я, Романыч. Буквально вчера я выпустил ролик, где буквально поливал грязью AliExpress насчет того, что какие у них фейковые цены на этой распродаже. И я остаюсь абсолютно при своем мнении, потому что я вам просто документально показал по динамике цен, что по сути каких-то охерительных скидок нет. Скидки минимальные. 200-300 рублей на что-то покрупнее и 4 рубля на что-то помельче. Вы все прекрасно видели. Если не смотрели, ссылка в описании на этот ролик будет где-нибудь здесь подсказка. Ну или просто зайдите на канал и оцените этот ролик, чтобы понять всю суть распродаж на AliExpress. Ну, в частности, распродажи в честь дня рождения их. Нам 9 лет. Но я вас сразу там предупреждал. Что касается электроники, то можно неплохо сэкономить, и есть даже интересные купоны. Сегодня я сам совершил свою покупку Xiaomi Mi 9 SE, и вы не поверите, помимо скидки от продавца где-то 200-300 рублей, помимо назад кэшбэка, который мне вернется, когда придет товар, это в районе 450 рублей, я еще отбил цену в 20 баксов, то есть я использовал купон в 20 баксов, и вы также можете сделать. Сейчас я покажу, что это такое. Первое, что вы с меня потребуете, это пруфы. Где типа твоя скидка? Ну-ка предоставь, пожалуйста. Пожалуйста, вот они. Пруфы. Цена составляла 22 798 рублей. Потом от продавца мне досталась скидка на 201 рубль. Вы тоже прекрасно это видите. И потом эту же сумму я еще пофиксил купоном на 20 баксов, который, если в рублях, эквивалентен 1341 рубль. И сразу я здесь не сделаю небольшое пояснение. Я не знаю, AliExpress, наверное, скорее всего, знает эту проблему. Я не знаю, почему они дырку не залатали, но многие на форумах писали о том, что еще действует помимо вот этой вот скидки красного купона AliExpress, который я вам сейчас показал на 20 долларов, еще действует поверх спецкупон, тот же самый Lucky 9. И то есть, по сути, два можно сразу израсходовать купона. Промокод Lucky 9 и купон AliExpress на 20 долларов, который вот сейчас я вам рассказывал. Это делается через код страницы, то есть здесь вы открываете консоль на своей вкладке в браузере и там прописываете, и тогда у вас одновременно можно использовать и купон AliExpress, он называется красный, который, вот видите, я израсходовал свой на 20 долларов, сейчас у меня есть только на 10 долларов, то есть его можно израсходовать, и также одновременно использовать промокод. Вот видите, в моем случае в данный момент, если я захочу так сделать, то не получится, потому что как ты только активируешь поле промокода, куда надо вписывать Lucky 9, да, Lucky 9 мы вот сюда прям сразу вводим. Вот сюда нужно Lucky 9 вписывать, но при этом у тебя стало вот это поле недоступно. Если ты с помощью кода страницы сделаешь определенные операции, то у тебя сразу два поля станут доступны, и скидка считывается и отсюда, и отсюда. Ну и ты понимаешь, какое уже сногсшибательное получается предложение. На айфоне это действовало прямо в приложении, возможно, эту дыру закрыли. Что будет с теми людьми, которые использовали такую штуку, непонятно. Возможно, их аккаунты заблокируют, поэтому я вам ни в коем случае не советую это делать. Но так или иначе, либо вы вбиваете лайки, либо используете купон вот этот AliExpress, и скидка становится хорошая. Откуда взять этот красный купон, сейчас я вам расскажу. Эти купоны не надо обменивать на монеты. Для этих купонов не надо никаких игр. Для этих купонов не нужно абсолютно ничего, кроме одного. Вам достаточно совершить любую покупку. Неважно, это будет, я не знаю, 60 рублей, 80 рублей, 100 рублей. В моем случае это была шапка. В данный момент вы видите на экране всего лишь за 135 или за 150 рублей. И я получил набор купона. Купон на 6 долларов, он действует при покупке от 42 баксов. Купон на 10 долларов, он действует при покупке от 68 баксов. И купон на 20 долларов, который я лично использовал, он действует при покупке от 135 баксов. И их получать достаточно просто. Вы только оформили свою покупку, оплатили любую абсолютно. И вам эти купоны добавятся в центр купонов. И автоматически при заказе эквивалентной сумме, которую я сейчас перечислил, 42, 68, 135, он будет автоматически применяться. И самое главное, что пак этих купонов
можно получить 28 марта, то бишь вчера это было, сегодня 29 марта, 30, 31 и даже, по-моему, 1 апреля. Но только вам нужно будет каждый день делать какую-то минимальную покупку. Кайфово, реально кайфово. Я вот здесь вот прям очень порадовался. И получается, Xiaomi Mi 9 SE реально ухватил по невероятно вкусной цене. А если еще там чуть-чуть подшаманить и добавить какого-нибудь спецкупончика, то можно еще где-то скинуть 200-300 рублей легальным способом. Про нелегальные способы я здесь не хочу поднимать тему. Для тех, кто не хочет совершать первую покупку без купона, для вас есть тоже предложение. Вот такие вот страницы. Ссылки в описании я вам оставлю. Первая страница — это купон на 200 рублей при покупке от 1341 рубля. Вторая страница позволяет уже сэкономить, видите, я этот купон получил, 335 рублей при покупке от 1676 рублей. Согласитесь, тоже очень кайфово. Следующая страница — это у нас купон на 200 рублей, 201 рубль при покупке от 1000 рублей всего лишь. До 1 апреля можно будет израсходовать. Следующая страница, четвертая, здесь уже очень серьезная сумма, 536 рублей. И опять же, при покупке, ну, на самом деле, не очень большой суммы, 3352 рубля на распродаже вполне реально потратить. Ну и кайфануть можно от такого купона точно. Я его уже тоже себе оформил. И также есть купон от 2011 рублей на целых 402 рубля. Эти ссылки я вам оставлю в описании. Перейдете на эти страницы и получите свои купоны. И получается, на самую первую покупку от 2000 рублей у вас уже будет 400 рублей в кармане. Свои купоны посмотреть достаточно просто. Зайдите в свой аккаунт на AliExpress и выберите, вот он, раздел «Мои купоны», и вот так вот у вас все отобразится. Здесь сразу показывают действующие купоны, просроченные купоны и также спецкупоны можно посмотреть, и даже купоны продавца тоже на месте, и сразу вам показывается, в каком магазине. Вот видите, в моем случае у меня есть два купона на Tmall, которые я получил прямо на главной странице. Один действует от 12 тысяч рублей при заказе на 12 тысяч рублей и купон на 500 рублей. Второй на 750. При заказе, самое главное, внимательно посмотрите, на 8600. Это очень кайфово, то есть на самом деле не очень много тебе надо потратить, а 750 рублей ты точно сэкономишь. Ну и вот этот купон мой уже израсходованный, использован в заказе Xiaomi Mi 9 SE. Ну и два купона осталось, один $6, о котором я вам рассказывал, подарочные, и второй на $10, который мне сегодня всучили за покупку этой самой шапки. Ну и также не забывайте все равно отслеживать динамику цен. Для этого есть супер удобное расширение для браузера от Letyshops. Если вы еще не зарегистрированы в Letyshops и не возвращаете часть потраченных денег с покупок, во всех магазинах, в том числе и AliExpress, срочно регистрируйтесь, ссылка будет в описании. Сможете вернуть часть потраченных денег, как я, например, со смартфона. Я заплатил за него 21 тысячу с небольшим, 21 500, и мне назад еще вернется практически 500 рублей после того, как мне посылка доедет. Мало того, что я все купил с купонами, так еще и кэшбэк верну. Ну и удобное расширение, то, что ты прям в один клик активируешь этот кэшбэк, это тоже кайфово. Все ссылки будут в описании, зацените. Ну и еще чем я с вами хотел поделиться, это наборами купонов, которые можно применять прям сразу с первого заказа. Я продублирую в описании, спуститесь, посмотрите, я думаю, наверняка они вам пригодятся. Кстати, что касается Тимола, здесь также есть неплохие скидки, я вам показывал в предыдущий раз на JBL колонки. В этот раз я хочу показать парочку смартфонов. Не сказать, что они какие-то здесь сногсшибательные, но они, опять же, локальные. Вот я вам показывал про iPhone XR, здесь действительно вообще какая-то шляпа. Единственное, что можно поиметь неплохо, это кэшбэк, вот, который прям расширение, видите, раз я сейчас активирую, и все, мы поперли. Это единственное, что можно поиметь, потому что скидка здесь на самом деле фейковая. Такая скидка была буквально в марте, где-то, по-моему, в середине или в начале. Но, опять же, все равно скидки есть. Давайте вот, например, к примеру, возьмем Samsung Galaxy A30, который не так давно вышел.
И внимательно посмотрим. Первое. У нас есть купон от продавца, который действует при покупке от 14 990 рублей, а этот смартфон стоит 15 990 рублей. В итоге минус 1000 у нас купон от продавца. Красота. Мы применили. И также, помните, я вам рассказывал, что я купоны у Тимола тоже заимел. У меня на 750 рублей от 8600. В итоге вкусная цена получается, согласитесь, 14 240 рублей. Это вот сейчас куда вы бы ни зашли, в ДНС, в Ситилинки и так далее, у вас скидки такой не будет. А здесь практически двушку вы экономите, при том, что это российская гарантия, и при том, что он вам придет, ну, примерно где-то за 2-3 дня, потому что на Тимоле все достаточно быстро, доставка по России тоже до дома, до квартиры, сногсшибательная. Но это еще не все. Помните такой смартфон, который разрывал осень? Honor 8X на 64 гигабайта. Есть на выбор два цвета, черный и синий. Официальная российская гарантия, и он будет вам идти из России. Понятное дело, работать будет NFC и все. Короче, вы покупаете на Тимоле, вы знаете, что это за магазин. Первое. Смотрите, какую скидку дает продавец. 2578 рублей. То есть цена уже становится 15690 рублей. Плюс мой тот самый пресловутый промокод на 750 рублей, который я получил на главной странице Тимола. То есть я, опять же, ничего не колдовал, просто нажал получить этот промокод. В итоге такая вкусная цена вырисовывается за новый смартфон, который, ну, для 15 тысяч рублей, наверное, очень неплохо. Для 18 есть вопрос, а вот за 15-ку это уже кайфово. И он здесь получается 14 940 рублей. То есть даже не 15 тысяч. Вот такое нехеровое предложение. Так что ссылку в описании оставлю. Ну и на Тимол тоже зайдите, посмотрите, пошаманьте что-нибудь там. Кстати, что касается спецкупонов, то они действуют и в очень даже интересном ключе. Во-первых, нужно будет, чтобы задействовать спецкупон, вам нужно нажать вот эту кнопочку. То есть вот у вас есть различные, да, спецкупоны. Вы их, возможно, получали на разных страницах. Вам нужно нажать кнопочку подробнее, и вас перекидывает на специальный раздел «Покупай на спецкупоны», купоны на 2 бакса и не только на распродаже. И вот здесь вам покажется все абсолютно, где действуют эти спецкупоны. Вот в нашем случае мы выбираем вот такую вот колоночку, да? Переходим уже непосредственно к оплате заказа. Что мы видим? Первое, у нас есть скидка от продавца 67 рублей. Классно? Классно. Но потом у нас еще появляется, помните, этого раздела не было, спецкупон, а теперь он появился. И он, получается, с каждых 1000 рублей, 1005 рублей, насчитался по 134 рубля. Насчитался он, получается, несколько раз. И в итоге общая наша скидка составила только по спецкупону 804 рубля. Я напомню, что колонка сама стоила изначально, уже типа якобы со скидкой, 6418. Но еще-то у нас есть обычный купон от AliExpress, который, ну, я вам уже показывал не раз, на 10 баксов, который мне дали в этом паке. В итоге финальная цена у нас получается 5351 рубль. То есть в общем и целом мы скинули сумму, равную где-то практически 1200 рублей. И это очень серьезно. Но спецкупоны, правда, такие не очень, товарищи. Их надо реал вот только по специальным категориям. К любому товару ты не применишь. К любому товару применяется только купон AliExpress. Ну или промокод Lucky9. Ну или которые вы еще в описании найдете. Что я хочу сказать в итоге? AliExpress потихоньку искупил свою вину за вот эти невнятные, порой даже чересчур фейковые цены своими купонами. И если вот применять все, как я вам показал, то можно урвать неплохую скидку. С другой стороны, вспомните мой тот ролик. Я вам говорил, что многие продавцы, когда ты купил у них на акции, очень долго сидят на бабах и не отправляют, к сожалению, товар. И потом тебя вынуждает все это дело назад возвращать свои деньги и отменять заказ. От этого никто не застрахован, какие бы вы купоны ни использовали, есть такая вероятность. Все зависит, опять же, здесь от продавца. Но так или иначе, я скажу вот такую формулировку по поводу этой распродажи. На ней скидок нет. Но действующие, хорошие купоны и спецкупоны присутствуют, и с ними реально
можно неплохо сэкономить в данный момент. Ссылки все в описании, купоны тоже будут все в описании. Все, о чем я сегодня вам рассказал, будет в описании. Заглядывайте туда. Успешной вам распродажи. Ну и пишите в комментариях, кто опять же затоварился и кому я помог. Лепите лайчину, подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик. Давайте порвите эту распродажу. Вот-вот-вот в плане электроники. Мелочь не покупайте. Это ботва, там нет вообще никаких скидок. А вот в плане электроники, я думаю, стоит порвать распродажу. Все, давайте, красавцы. Пока.